родители, помогите миньону быстрее! Быстрее! Я отгадаю, как ты достал! Какой огромный банан! Это суперкрутой банан! Самый большой в мире банан! Самый огромный в мире банан! А это банановая девочка, ее зовут, наверное, Банановая земляника? Не понял. А вот это клубника банан. Как сок называется? Клубника банан. Это, наверное, игруша. Чупа-чупс. Ты груша? Нет. Банановая пипа. Зрители, помогите миньону быстрее! Быстрее! Мы спасем тебя! Бей еще раз! Раз, два, три! Мы спасем! Победила клубника банан! Все, Николь, ты победила. Николь. Знаешь, что Николь любит делать? Ты победила, Николь. Ездить на попе по полу, смотри. Держись. Ой, как на солнце. Слушайте, это же банан любит катать. Знаешь об этом? Подожди, стой. Да, на него нужно сесть. Его нужно, садись. Нет. Как на банан ворот. Садись, Николь. И держись хорошо. Держись хорошенько. Да не так. Давай, садись. Миньона выйти не толкай. Это мой банан. Это мой банан. Да, все, взяли. Все, покатали меня. Слушайте. Покатай меня. А что вы тут делаете? Катаемся. Вы что тут делаете? А что? А мы не знаем, что. Подожди, наверное, клубника банан не умеет разговаривать. И вы тоже не умеете разговаривать. Ой, а давайте будем как... По банановому разговаривать, давай куда? Банан, что мы повторять. А ну-ка, Николь, попробуй. Банана! Молодец, самое главное слово я получила уже, банана. Николь, а тебе сколько лет, скажи, пожалуйста? 7. Семь банановых лет! 7 банановых лет? Подожди, 7 полных банановых лет или 7? Посчитаем, давай. 1, 2, 3, 4. Да неправильно ты считаешь. 7, 1, 2, 4. Нет, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Нет, подожди, вот кто посчитает. А ну посчитай. 1, 3. Правильно? Нет. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Покажи, сколько это 7. Покажите, сколько это 7. Это 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Это вот так, значит, да. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. А этих у меня пока нет. Это 3. А, вот это 2 пистолета. Это банановый пистолет. Так, стоп. Ой, знаете что? Что? Пока дралась бананами, это проголодалась. Тогда поднимаем все на свои ноги. А где есть бананы? Банана порвался, банана. Банановый пистолет. Это банановая... Банановая буря. Ты не голодная? Я проголодалась, покажите меня, пожалуйста. Нет, не будем. Покажите меня, пожалуйста. Смотри, какая классная штука. А что это такое? Это что? Это надо ломать? Нет! Давайте устроим фейерверк. Вот, давайте, берем. Ну, хотя бы одну. Спасибо. Или парочку. О, класс. Так, зрители, мы с вами сейчас тоже будем бросаться. Николь, хватит. Давай, бери. Сейчас будет классный штук. На, это тебе. Так. А, вот, отлично. Николь, ты готов? Готов? Так. Раз, два, три. Классно. А еще одно. Это можно. Это же можно. Я придумал. Что?
Если мы с вами сейчас построим башню вот такую, а потом ее разобьем. О, можно я разобью? Сразу три, Николь, молодец! А знаете что? Последний раз. Сова. Подожди. Нет, только теперь иди сюда. А можно кое-что предложить? Нет, нельзя. Пожалуйста! Просто у нее есть желание, чтобы она испугала. Николь, ты должна сейчас размахнуться. Аккуратно. И попасть. А вам слабо попасть? Готова? Николь, на 3-4. 3-4, бросай! Зрители, а вы успели загадать желание? Если не успели... Давайте повторим. Да, надо загадать желание, пока башня стоит. Как только она разобьется, ваше желание обязательно исполнится. Желанием капец. Я уже знаю, какое. Аня, загадай еще 5 000 000 000 желаний, бананы, не исполнится. Да, мы знаем все твои желания, не бананы. Только загадывайте такое, чтобы можно было потом это желание исполнить. Это уже загадайте, я хочу крылья. Как у феи, и она не исполнится. А надо что-то такое. Картошки какой-нибудь, банан. Или какую-нибудь конфету. Не говори ничего. Она уже сказала, что хочет. Она какое желание загадать. Нет! Она хочет. Да? Нужно прицелиться, мы банан смотрим. Покажи. Смотри, как миньона бросает. Так, и бросок. Ой, ну. Ты баран не ел сегодня, миньон. Мне нужно голову отдохнуть. Нет, давай вот туда. Нет, на желтый цвет. Все, я люблю желтый цвет, желтый банан. Готово? Не, Николь, на желтый, давай. Все, давай. О! Давай еще раз. Надо пулить так, чтобы он засидеться вообще на мелких кусочках. Все, давай. Давай, зайка, Николь. Так, давай. Да! Бум. Ты его держишь. Кто держит? Ты. Я не буду держать. Все, я не держу. Все, а желание загадали? Забыли? Не забыли, молодцы. Давай. Все. Быстро все наши кирпичи банановые собрать. Давайте. Только давайте делаем это так. Цветные цвета. Давайте внесите мне только красный. Ребята, вот он красный. Вот это значит красный. Нет, наверное, вот этот красный. Нет. Да что ж такое? Ой, нет, это далеко ты просто. Вот красный. Давай. Бум. А теперь после красного давайте мне желтый! Нету желтого. Вот же желтый, мой любимый цвет, держи! Итак, да не кирпичи мне надо! Желтый еще. Красный вон там еще один лежит. Возле стенки. Во. Я предлагаю. Тогда давайте мне фиолетовый! Что, тоже нету? Не он разве что такое. Ладно, давайте мне зеленый. О. Зеленый хоть есть? Ой. Еще. Ой. Так. Давай. Ребята, все вместе, давайте, бегом, все зеленые цвета. Оп.
А теперь давайте что у меня тут? Только... Ой, у меня тут... Чёрные! Чёрные! Нет. Белый! Нет. Серый! Розовый! Розовый давай! Ой! Оранжевый! Оранжевый, давай! Цвет мандарина кислая! Да! Я не вкусный! Какие вкусные! Опа! Я люблю... Я люблю... Знаете, о, ты не поверишь, что я люблю, Николь. Знаешь, что я люблю? Правильно. А, нет! Я не пойму, а ее давай. Еще раз. Нам забрать нужно еще один гудик, давай. Есть. Передавай! Я предлагаю собрать сливовые кубики. Кубики сливовые. Ой, смотри, какая красотка бросает. И баклажанные. А как ее зовут, эту красотку? Николь, это твоя, наверное, бабушка твоя, да? Нет, это девочка. Ты самая взрослая девочка вот эта, которая самая старшая. Это твоя старшая сестричка? Ой, нет. А что это, тетя твоя? Нет. Что это, дядя? Это дядя. Это дядька твой? Нет. Нет. Это ваш дядя? Ваш дядя? Что случилось? Алиса? Алиса из страны чудес? Я всю жизнь хотел познакомиться с Алисой. А где шляпу? О, Алиса, скажи нам секрет, как пробраться. О, пожалуйста. Покушать? Барану? Давай закормим ее. Я уже не могу на нее смотреть. Точно стало, как волна. Давайте покушаем бананов, давайте. Смотри, вместо одного банана я тебе предлагаю и вам тоже целую кучу. Сейчас мы будем миньончиков кормить. Давай мне вот этот баран. Вот она, зубы, вы знаете. Очень просто. Раз. Раз. И... Всем это просто. Хотите попробовать? Как просто. Да, да не вопрос, пожалуйста. А ну-ка. Оп. Чик. А ну держи еще, Алиса. Чик-пау. Чик-пау. Ой, какие вкусняшки. Ой, давай, Алиса. Ты, наверное, в этом деле вообще мастер. Ого. Девочки, а кто из вас быстрее это все может сделать? Я. Прямо быстро. Алиса, наверное, может быстрее всех. Прямо три банана. Сразу вниз. Смотри, четыре тут банана. Один, два, три, четыре банана. Алиса, ничего. Давай, ты будешь супергерой. Ты победишь в этом челлендже. Давай, ты что, классно. Сколько вкусняшек. Я могу, Алиса, немножко. А давайте залепим миньона, чтобы вообще его видно. Да, ну конечно. Да, пусть объестся бананами и будет дома сидеть такой толстый. Закидай. Да, пускай он такой будет, а я не буду. Мне ручка. Так. Еще. Алиса, давайте, ты сразу попри лепишь, что ли? А я все делаю. Ты получила такая быстрая? Потому что она Алиса, понимаешь? Я говорил тебе, что нужно на Алису не девочка. А ты говоришь, нет. Ой, это самый. Слушайте, девочка, а вы хорошие или злые? Хорошие. Слушай, мне надоело злым подчиняться. Я хочу хорошим. Вот с ребятами, классные ребята, интересные. Ой, банановые. Давайте. Это не дерево банан, это прическа такая банановая. Смотри. У тебя может быть банановая прическа. Да подожди, я покажу. Я на миньоне покажу. Смотри, повернись. У меня всегда такая прическа. Смотри. О, какая прическа у меня. Вау. Спасибо, мама. Опа, поднимай, быстрее. Ой-ой-ой-ой-ой. Давайте быстрее. Помогай. Алиса, 5 секунд. Давай. Ты поможешь, Алиса, мы без тебя не справимся. Просто не справимся. Помогай. Вместе с ребятами, и ты, и все. Давай, итак, мы считаем. Один. Ну, хорошо. Один с половиной. Два с половиной. Два четвертинка. О, спасибо, ребята. О, как вы хорошо помогаете нам. Так, мы почти успеваем. Уже 4 секунды. Осталась последняя секундочка, и мы можем успеть. Этот банан сверху. Классно. Все. Осталось только исполнить настоящий банановый танец. Устроим настоящую вечеринку бананов. Да. Ура! Мы любим вечеринки. На своих собаках банановые руки вверх. Все вместе.
Так, не стоим, все вместе встаем, давайте. Что, у нас музыки, что ли, нормально нет? Мне такая музыка не нравится. Такая... О, тогда будем сами музыку сочинять. Хочешь сама? Вот, давайте. Я буду делать так. Бум-тика-бум-тика-бум-тика-бум-тика-бум-тика-бум-тика-бум-тика-бум-тика-бум. А ты там наделай. Пиу-пиу-пиу-пиу-пиу. О, давай. Да. Давай. А ты будешь банана-банана, банана-банана, банана-банана. Давай. Бум-тика-б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 ум-тика
Надо что-то делать, что ты вот так вот. Приклеилась попой. Давай, давай, Егор, танцуй, танцуй. Танцуй, танцуй, зайка. Давай. Сделаем классную штуку. О, как у тебя сердце стучит? Куда я послушаю? Ну, не, вот тут слушай. Раз, вот сердце. Раз, вот банан. Не, вот тут сердце, вот тут слушай. Раз, банан. О, не слышу. Да я там не да там тут сердце. Где, вот тут? И вот да, тут? Тут? Или вот здесь? Где, подожди, стой. Да я найду твое сердце. О, нет. А, боже, я найду твое сердце. Да. Смотри, как мы сейчас делаем. Хватай ее за руки. Нет, вот руки. Да, за руки. Вот руки? А я за руки. И сейчас кинем вот туда вот ребят. Давай. Да. Да, готовы? Давайте. Раз. Два. И три. Да не бойся. Ой, смешная такая. Ой-ой-ой. Ай, да что это ты было страшно. Да ты шатаешься вся. Да не шатайся ты. Банан, банан, банан. И банан. Да. Почаще заходите к нам на канал и будем летать. Слушайте, по-моему, я уже парить начинаю. Фу. Надо немножко освежиться. Смотрите, нужно пройти. Я наела все бананы, танцевалась, наплясалась. А зрители покрутите, они очень хотят. Класс, давай. И готовы? Раз, два, три, во! Не взлетайте! Не взлетайте! Отпускаю! Пу! Тихо! Бананы пропасти! Ого! Ну что? Вау! Мне кажется, что это была супер вечеринка, правда? Банановая! Слушайте, приходите еще, так потусили вас, так повеселились. Особенно Лиза молодец. Ой, Алиса молодец. Алиса, ты молодец, Ником. Давай банановая пять. Дашь банановая пять? Давай. Банановая пять. Сейчас я как лунки банана. О, есть банановая пять. Николь, дашь банановая пять? Дай, пожалуйста. Давай. И бам-бам. Это банановая пять. Конечно, банановая пять. Да. А ну-ка, положи вот так одну ногу вот сюда. Да не на мою ногу. Рядышком. Вот так, рядышком поставь. А теперь расскажу вам историю, которая называется «Банановое пришествие». Как только вы услышите слово «банан», резко убирайте ногу, иначе я на нее наступлю. Готовы? Итак, все приготовились? Готовы убирать ногу? Да. И значит так. Нет, подождите, после слова «банан». Договорились? Итак, однажды мы с Миньором отправились на остров. На этом острове было невероятное количество банок! Банки были. Железные банки, понимаете? Так вот, а в этих банках были бычки! Не, спокойно все. Бычки эти были в соусе и были очень вкусные. Ну, конечно, не такие вкусные, как банан. А-а-а! Банки! Алиса, молодец!
В общем, наелись мы этих сказочных фруктов и пошли дальше. С миньоной гуляли. И тут вдруг, откуда ни возьмись, сверху на нас падает... Чего ты убираешь раньше времени? На нас... Упало такое! Там такое было! Упала... Бочка! Алиса, не переживай, ставь ножку. Давай, Алиса. О, хорошо. А в этой бочке, знаете, что были? Были баклажаны! Баклажаны было так много, что они просто вываливались из бочки. И мы с миньоной решили, что в этой бочке должны быть не что иное, как бананы! Попалась! Я убрала! Вы такие и внимательные, и смелые, и веселые, а еще какие сильные, правда? Я не знаю, ну давай, заборемся. Давай. Вот так поставь. Не сильно? Вот так. А вы, ребят, помогайте, потому что сейчас может проиграть. Не судите. Итак. Не, подожди, рано ну, еще. Что ты? Давай. Не стартуй. Раз, вот банана. Так, положи себе вот так вот руку. Вот так. Два банана. На три банана будешь вот эту ручку туда. Понятно? А я с вот туда. Давай. Три банана. Вот. Набор, слушай, миньона, ну вот как всегда, ну вот почему ты постоянно все забываешь? В общем, мы забыли зайти в супермаркет. Тут есть сельпо где-нибудь? Да. Где? Не, сельпо. Нам же нужно купить бананы. Да не только бананы, там нашему профессору нужно купить электромагнитный цилиндр, а еще нужно купить этот... Ну, в общем, да. Есть сельпо здесь в этом здании? Пойдем искать! Может, это, наверное, может быть, да. На втором или на третьем этаже где-то валяется. В общем, так. Ну, пойдем искать. А вы еще тут придете сюда? Да. Точно придете? Да, слушай, ну мы тогда к вам обязательно заглянем. Ну, пока. Все, давайте. Пока-пока! Пока-пока! Ой, слушай, а можно я вот это возьму с собой? Ба! Алис, возьми! Спасибо! А то этот банан мне очень дорог. Все, счастливо! Пока-пока! Алис,